Такой реально там у себя дома, знаешь, ты же. Не, тепло, вам тепло. У нас все хорошо, у нас зима, снег, теперь они чистые. Убираться, конечно, более проблематично стало. Отковыривать все это от снега, да? То, что накакали, ну ничего. Собаки недовольны, что щенки гуляют, боятся, что они потеряются. Я не выпускаю, конечно, за всеми не усмотрю. Один вот уже куда-то ушел, забанен, а вон он выходит. Очень любят они, конечно, гулять везде, но я боюсь. Сейчас еще за ворота вот так убегу, там дырка у меня под воротами. Вчера чистила снег около машины. Не, ну лабров я к вам не выпущу. Картонку уже какую-то взяли. Делят уже картонку. Так, ну это мои как бы. Честно говоря, это мое постельное белье, не надо рвать. Я, кажется, все понимаю. Сейчас я его сниму. Вот так вот. Кто не знал, что такое щенки. А то некоторые думают, щенок это робот. Он дома будет сидеть такой, как на картинке. Все будет рвать вам, все будет драть. Везде будет писать, везде будет какать. Чтобы просто не было фантазий каких-то. Потому что любители в последнее время наиграться там неделю. И сказать, заберите нас, от нам он надоел. Так, везде все надо. Куда полез? Им все лабры надо. Лабры хотят с ними тоже играть. Ты сейчас будешь весь грязный. Черный сейчас будешь весь. Сейчас уже все закругляться надо. Погуляли. Девочка наша, да. Такая девочка.